Сегодня, 2 августа, отмечается День воздушно-десантных войск. Эту дату празднуют служащие ВДВ, вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Десантники Десногорска также отметили свой профессиональный праздник. Ребята, ВДВшники, с праздником вас! Мирного вам неба над головой, всего самого наилучшего, и чтобы этот день был самым трезвым днем в вашей жизни.